Ну, вы знаете, очень рады, конечно, что это делали. Очень рады. И жильцы довольны, потому что свет сделали на движение. Очень аккуратно. Бригада очень хорошая работала. Электрики закончили работу. Инспекция уже у них приняла свои работы. Сейчас фасад, наверное, бы закончили, если бы вот не вот эта погода. Вот. Поэтому мы очень довольны. Конечно, спасибо, что мы попали в этот ремонт. Работаем мы здесь уже полтора месяца. В планах закончить его в конце июля. То есть, ну, в принципе, 2,5 месяца – это нормальный срок для такого объема. Находимся в тесной связи с местными жителями. Общаемся со старшей по дому, которая уполномочена от лица всех жителей общаться с подрядчиком. И все работы, что касается эстетического момента, то есть именно разговариваем, общаемся с ними.